Давай, 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 давай. Шеф, там неприятности. Какие неприятности? Я тебе сказал, меня сегодня не интересуют никакие падения акций. Пошел отсюда и возвращайся, когда кончится заезд. Шеф. Что еще? Сейф. Что сейф? Его украли. Нет, 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 чтоб тебя! Ты знаешь, сколько я денег на твой номер поставил? Давай заводи свою колымагу и отрабатывай! Я не могу дальше ехать! Я выжил из нее все, что мог, машина сломалась! Ты не представляешь, какие эмоции вызывают гонки деревянных спорткаров из набора «Легенда трека». Целых два автомобиля в наборе от Дрова собираются из 341 детали. Это отличный конструктор для друзей, братьев или тебя одного, если хочешь собрать лично два автомобиля. Когда? Когда это произошло? Буквально 5 минут назад сработала сигнализация. Я сразу же отправился к вам, чтобы доложить. Какого хрена? В качестве мотора для этих спорткаров служит металлическая спиральная пружина. Она не высыхает, не растягивается, а потому служит очень долго. Пойдем покажу кое-что, дубина. Видишь вот эту тачку? Вот эту тачку? Вот эту тачку? Это все мои машины. А вон тех двух малышек видишь? Да, шеф. Пойдем. А эти? Хороший вкус, башка. Эти монстры встанут на трек летом, когда появится песок. Тот же спиральный мотор, но совершенно другой внешний вид и подвеска. Целых 364 детали в наборе «Дорога ярости» позволяют собрать два внедорожника из одной коробки. Узри мощь прорезиненных колес. Шеф, а эти тачки тоже из магазина «Ананаза»? Конечно, дубина. Где ты еще думаешь, можно найти такой широкий ассортимент от фирмы «Дрова»? Не знаю. Не знаю. Ближе к делу. Тот чувак, который стырил сейф, он завладел ключами от самой дорогой тачки. И в твоих интересах, чтобы он не смог ее запустить. Дай. Дай, я понял. Ну? Шеф, он там. Он угрожает с вашим ростером. Переходи по ссылке в описании и выбирай в магазине «Ананаза» любой конструктор от Дрова на свой вкус. Там есть не только автомобили, но, если ты любитель техники, то ее там полно. А запах дерева? Тебе надо это почувствовать.